Мир дому сему. С миром. О, кого я встретил-то тут. Да они за столом сидят. Да едят они как правильно, на столом не склоняются. Вот что значит наша школа. Так, это что получается? Вы когда последний раз тут будете обедать? Завтра. Завтра утром или вечером? Вечером. То есть завтра... вы сегодня пятницу и завтра субботу целиком будете здесь? Да. Понятно. Сегодня постный день. У них что тут? Суп. Да. Это салат. Салат. Все как. Ну, сытно хоть кормят? Лепешки. А у нас точно такой же. Очень обед. Ну, Надежда Васильевна, да. Как твоя паства тут? Отлично. Я довольна. Претензий нет никаких? Нет. Мне одно удовольствие приготовить, угостить. Ну, вот видишь, вчера я говорил об этом, я говорю, кто как принимал. Я говорю, Надежда Васильевна пример показала, некоторые заулыбались. Я говорю, она приняла-то весь табор сразу, 18-го. Так а что у меня? Я привыкла уже по 20 человек, по 30. Ну да, у тебя вся жизнь в этом прошла. Да, на второй строительной, на Никитине. И все поминают пироги твои. Так, если я принесу тебе гальянов, ты спечешь пирог? Ой, из гальяна. Все, нет. Я сделаю... Все. А, свет это не будет. Не будет. Это не будет работать. Так, скажи мне, кратко, только я увидел в глаза, что не с желанием, уже я уже не дам. Даже просить будешь. Это уже не еда будет. Ну, из рыбы с удовольствием, а из гальяна. Так, понятно. Так, тут надо подумать, что с собой взять. Сколько вам ехать? Сутки? Сутки, Игнатий Петрович. Значит, с собой что? Надежда Васильевна. Да? С собой что? Ну что я могу приготовить? Лепешек можно быть? Лепешек. Ага. Ну дальше что еще? Что если есть какие помидоры. Огурцы, помидоры. Любит сказать, что принесли сюда огурцы, ребятишки сюда. Блинчики. А? Блинчики. Блинчики нет, дети. Блинчики сготовь. Они едут в воскресенье, да? В субботу вечером. В субботу вечером уезжать. Ну а ехать в воскресенье. Ну да, воскресенье. Так, ну и нет, все. Блинчиков не могу. Поэтому лепешек, блинчики да. Могут быть молочные. Так, сегодня чем за обеда занимаются хлопцы? Надежде Васильевне будем помогать на огороде. Понятно, а то я бы их забрал себе. На огород я не могу. У нас на огороде тоже с этими событиями это все заросло. Сейчас с Севастьяном говорил, суд так закончился. Ну и как? Ну и все, признан невиновным. Невиновен. А так когда судили Господь молодого Шикель-Грубера Гитлера, и судья был невиновен, а он себя виновен. И главное, они на 27-го был суд, и Роспотребнадзор требовал закрытия лагеря, а лагерь уже 9 дней закрытый. Это подтвердит полиция, которая там дежурила, они ничего не знают, им нужны деньги. Кормить все гаремы свои, бездельников. Так, ну, кто сел первое, второе, дежурное подходит, второе берут. Что дежурное? Сегодня свет выключат, ты это имей в виду? Да. Сегодня я Саша. Ты дежурный? Уже выключили? Нет еще, по-моему, нет. Нет еще, ну вот такое дело. Так, пойдем в другую комнату. Надежда Васильевна тут шикарно живет, у нее тут... Ну, свету-то так нету, холодильники. Вот она что делает. Картошка. Это молодая уже такая? Молодая. Теперь не, и на общашку каждому. Две-то немного будет ему? Не, ну, чтоб не, съел. Не. Давай. А то у нас кто? Наверное, Максим. Давай, Максим. Он дежурный сегодня у меня. Быстренькое второе. О. Да я лучше вам в общем. А там еще Сеня у ней. Вот так. Они много тут могли почерпнуть, заучить. А с той стороны еще они учат. С той стороны они заучили. С той стороны тут еще говорят. Ну-ка посмотрим. А это что тут? Это Барнаульский храм. Это такой календарь был 94-го года. А здесь что? О-о-о. Убрать все. Надежда Васильевна, учительница. Они стихи выучили, вот эти. Это все стихи выучили они уже. А ты писала все. Да, это я писала, слава богу. Это вот от солнца выгорело, надо будет поправить. Ну ладно. 18-й псалом. Половину выучили. Выучили, видите, псалмы у нее учили.
Сейчас у нас задача приготовить на следующий год, приобрести дома и начинать работать. Если ремонт. Господь даст мне здоровье, я с удовольствием буду выполнять. Ну, вот это дальше видно будет. Пока ничего не загадываем. Здесь должна быть четкая программа. Вчера у нас совещание тут было в деревне по этой теме. Вот какая картошка уже крупная, смотрите. Ну вот так. Салон. Вот какая крупная картошка. 18, я увижу сейчас. Выгорел, говорит, на солнце. Ну, может быть, можно просчитать будет. Она любит писать. Похоже, не просчитать тут уже. Так видно. Ну, а впереди, что я и думаю, буду служить Господу. Все сыновина, вообще удивительные слова. Божья Матерь. Это у Надежды Васильевны вот такое. Это в прихожей, где раздуваются. Пока человек раздувается, уже многое узнает. То православные не знают Евангелия. Нас это не касается. А откуда я знаю это? Так обратился среди пятидесятников. У меня с первого шага была любовь ко Христу, к Богу. Там обратился. А так бы в православии это ничего этого не было. А потом уже это все сохранил православие и там. О, а вот ее покои уже здесь непосредственно. Вот зашли мы. Красный уголок. Надежда Васильевна, ну как в православных, копоть, иконы. Здесь у меня не убрано еще, сейчас я на второй. Икон тут, конца края нету иконы, а то, говорит, иконы не признают. Болтает, чтоб попало. Лежит книга, считает псалтырь. Книга псалтырь, там под ней лежит что? Новый Завет. А это лежат ее на раздачу. Новые заветы. Мы раздали худо-бедно только в окрестных селах более 30 тысяч. 30 тысяч. Евангелие. Новые заветы. Видите, все у нее здесь приспособлено для благовестия. Календарик. Это вот только в комнате ее, что я увидел. Этого у меня там даже нету. А тут мое хозяйство, печка. Я печник, у нее тут духовочка. Все это половичками, все это где-то брошенное, подобранное, то на помойке, то где. Мы жили в самой-самой неприхотливой обстановке. Вот она пришла, чернушка. У меня кошки белые, у Надежды Васильевны черные подарили. И у меня рыжая с котенком. Вот тут находятся дети. Вот мы хотим в следующий год уже вне лагерей. Лагерь названия не будет. Это у нее постелька. Вот так лежит. Ногами на улицу. Это неправильно. Тут ее хозяйство. Планшетик. Машинка. Раньше пишущая была. Тут что-то пряники. Где-то арбузы достали, уже ели. А нет, огурцы. Это соковыжималки, я не люблю это. Это я лимоны вчера жала для лекарства. Зачем ты это все? Мне детям надо так было приготовить. Теперь я вот здесь еще снимок сделаю. Да где же отсюда, кто у меня?
Так, Надежда Васильевна, Саша пришел. Так, а что, ты не доел? Да нет. А кому это? Зачем накладываешь столько, Надежда Васильевна? Это они мне оставили. Вот это делай меньше, а потом добавляй. Хорошо. Ты что, первый раз они не доедают? У меня крошки не остается. А как вы чашку покажете, что поел чистую? Ну-ка, вернитесь назад. Заметь, вот ты делаешь все по-своему. Надежда Васильевна, иди сюда. Так, это сейчас чашка. Видите, делает как безбожники. Чашка должна быть зализана и показана. Садись на место. Кусочком залежите чашку. Мы в лагере были, знаете, какой порядок? Оставлять нельзя. Съешь. Они еще не закончили. Закончите. И чашку показать дежурному. То подойди, ну, горячий, ходишь рядом. Зачем? Он не видит. Сейчас лежу. А, сейчас. Дети. На чашке где-то делай. Мимо судочка, будет падать. Нет, судочка, нет, поэтому, много не лей. Ну зачем полную? Видите, я до всего дохожу и вижу остатки. Сразу меняют по-своему. Маленькие стаканчики-то. Ну, пожалуйста, маленькие. Я не против, но чтобы ничего не пропадало. Ну все тогда. Занимайтесь, я пошел. С Богом. С Богом. Хорошо, что флешку захватили. Это опыт. Там посмотрите, все как работали. С Богом.